Здравствуйте, ребята! Сегодня я подготовил для вас одну очень интересную. Подождите минуточку, по-моему, я забыл код. Так, 347. Нет. 671. Нет. Может быть, 802? Косинус квадратный. Какой же я рассеянный. Подумать, проблема. Там же всего 3 цифры нужно. Попробуй себе по очереди. Что-нибудь да подойдет. Да, Циркуль. А вот взломщика сейфов из тебя точно никогда не вышло бы. И знаешь, сколько комбинаций нужно перебрать, чтобы найти одну единственную правильную? И сколько же? 1000 комбинаций. Это ты с потолка сейчас взял? И вовсе нет. Это число мне помогла вычислить одна очень интересная математическая наука, которая называется комбинаторика. Это раздел математики, изучающий всевозможные сочетания, перестановки, размещения и перечисления тех или иных элементов. Например, чтобы открыть мой замок, нужно набрать трехзначное число. То есть наше множество, код замка, состоит из 3 элементов. Запишем. М равно 3. Каждое колесико замка может принимать 10 положений. То есть быть 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Существуют специальные комбинаторные формулы. По одной из них я и нашел ответ на свой вопрос. Мне нужно перебрать 1000 комбинаций, чтобы открыть этот дипломат. Да, а где еще в жизни используется эта комбинаторика? О-хо-хо, да проще сказать, где она не используется. Ведь комбинаторика встречается, ну, например, в криптографии, в разработке методов шифрования, о которой мы, Циркуль, говорили в одной из программ. В химии, например, при исследовании возможных связей между химическими элементами. В языкознании, при анализе вариантов комбинаций букв. Это как это? Ну, например, при создании кроссвордов и для составления анаграмм. А что это? Анаграмма – это перестановка букв в слове, при которой из этого слова получается другое. Ну, например, сколько можно сделать перестановок в слове «март»? Всего 24 перестановки. Но всех этих подсчетов можно избежать, если использовать факториал. Факториал, дорогие друзья, это произведение всех последовательных натуральных чисел. Обозначается он буквой «М» с восклицательным знаком. Вот смотри, мой дорогой Циркуль. В слове «март» раз, два, три, 4 буквы. Значит, надо перемножить все числа от 1 до 4. Запишем. 4 с восклицательным знаком равно 1 умножить на 2 умножить на 3 умножить на 4 равно 24. Архи, впечатляюще! Кстати, анаграммы активно использовали сами математики. Для того, чтобы защитить свой приоритет и не допустить преждевременной огласки, ученые в краткой фразе формулировали суть открытия, а затем переставляли в ней буквы и посылали своим коллегам. Когда Христиан Гюйгенс открыл кольцо Сатурна, он составил вот такую вот анаграмму. Как думаешь, Циркуль, сколько нужно было сделать перестановок, чтобы сложить эту анаграмму? Ну, нужно сосчитать число букв и сделать с ними этот самый факториал. Совершенно верно. Нужно вычислить факториал 61. Равен 1 умножить на 2 умножить на 3 умножить на 4 умножить и так далее до 61 равно. В итоге у нас получится такое огромное число, что его даже произнести-то сложно.
Вычислительная машина, выполняющая миллионы операций в секунду, не справилась бы с решением этой анаграммы за все время существования Солнечной системы. Человеку тут в каком-то смысле даже проще. Ведь он будет брать не все перестановки, а только те, из которых получаются осмысленные слова. А между тем послание Гюйгенса гласило: окружен кольцом тонким, плоским, нигде не подвешенным, наклонным к эклиптике. И, конечно же, друзья, комбинаторика применяется в разного рода играх. В шахматах, в шашках, везде, где победа игрока, зависит от комбинаций ходов. Комбинаторика может помочь вычислить самые сложные и самые простые способы достижения цели. Ну, например, можно рассчитать число возможных положений фигур или число возможных состояний кубика Рубика. А в лотерею твоя комбинаторика выиграть помогает? Ну, выигрыш она, конечно, не гарантирует, но во всяком случае поможет рассчитать реальные шансы на него. А у нас письмо. Здравствуйте, уважаемые ведущие передачи. Расскажите, что такое четвертое измерение? Существует ли оно на самом деле, или это такая метафора и фантастика? Филипп Дезорцев, 12 лет. Дорогой Филипп, ты поднял очень важный и интересный вопрос, ответить на который мечтают миллионы ученых. Доказать существование четвертого измерения пока никому не удалось. Тем не менее, четвертое измерение – вполне научные понятия, и некоторые исследователи убеждены в его реальности. Да что же это такое, в конце концов? Ну, мы с тобой, Циркуль, и наши телезрители живем в трехмерном мире. То есть у нашего мира всего три измерения. Длина, ширина и высота. А теперь давайте представим, как бы мог выглядеть двухмерный мир. То есть мир, в котором есть только два измерения. Ну, например, длина и ширина. Здесь все объекты не имеют высоты. Они не знают, что такое глубина и что такое верх и низ. И живут там совершенно плоские существа. И хомяки там тоже совершенно плоские. Вот такие. Какой ужас! Это что же за жизнь такая? И чем они питаются в этом своем двухмерном мире? Плоской вишней и плоскими зернышками? Циркуль, я придумал двухмерный мир только для того, чтобы тебе было понятно. Потому что в нашей реальности такой мир представить невозможно. Ведь любое зернышко, даже самое плоское, должно иметь хотя бы минимальную высоту, чтобы плоский хомяк смог его увидеть. А если нет высоты, значит, объект невидим. Одним словом, попытайся представить двухмерный мир умозрительно. Ну, вообрази его. Пойди туда, не знаю куда, представь то, не знаю что. Сложновато для нас хомяков, хоть и не плоских. А ты, Циркуль, вспомни планиметрию, которая изучает плоские фигуры. Треугольник, квадрат, ведь у этих фигур тоже нет высоты. Тем не менее, мы изучаем их на плоскости. То есть в условном двухмерном пространстве. Вроде понял. Отлично. А теперь, Циркуль, давай пофантазируем. Ну, представь, что в этом двухмерном мире оказался какой-нибудь трехмерный объект. Ну, например, мой палец. Что бы увидели плоские жители этого мира? Что это? Только след от пальца, то есть границы некой окружности или, скорее, эллипса. Причем им бы казалось, что этот эллипс возник из ниоткуда. Наш плоский житель не может понять, что объект появляется сверху, потому что он не знает, что такое верх. Точно так же, как двухмерный житель не может представить себе третье измерение, так и мы не можем представить себе четвертое. Можно привести лишь косвенное подтверждение существования четвертого измерения. Вам, наверное, известно, что любое космическое тело, падающее на Землю, отклоняется от прямой траектории или даже совершает несколько оборотов вокруг нашей планеты перед тем, как упасть.
Казалось бы, почему оно не падает прямо, а делает какие-то непонятные круги? Возможно, это происходит как раз потому, что трехмерное пространство искривляется возле Земли в четвертом пространственном измерении. А значит, искривляются и траектории движения падающих на Землю тел. Ох, как это все интересно и сложно. А значит, самое время отдохнуть. И самый лучший отдых у математиков – это переключиться с одной задачки на другую. Вот скажи мне, Циркуль, а что ты делаешь, когда тебе скучно? Не знаю. Мух считаю. Ну вот отлично. Значит, ты легко справишься с нашей задачкой про мух. Вчера я взял длинную бумажную ленту. С одной стороны красную, с другой белую. Склеил ее концы и получившееся бумажное кольцо положил на стол. На это кольцо села муха и поползла по красной поверхности. Я стал следить за путешествием мухи и к своему величайшему изумлению заметил, что, побродив немного, она очутилась на противоположной белой стороне. Хотя все время оставалась на ленте и ни разу не переползла через ее край. Как ты думаешь, Циркуль, как это могло случиться? Ты меня недооцениваешь. Я уверен, что прежде чем склеить концы ленты, один из них ты перевернул. Вижу, наши передачи «Циркуль» не прошли для тебя даром. Конечно же, ребята, это была лента Мёбиуса. И именно поэтому мухе удалось побывать на обеих ее сторонах. Ну что же, мои юные Декарты и Лобачевские, на сегодня мы прощаемся. До свидания. И, конечно же, как всегда, ждем ваших писем. Пишите их по адресу 109-147, Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 7, телеканал «Радость моя». И оставляйте свои комментарии на нашем сайте радостьмоя.ру профессору Круглову. Пока! Я, кажется, вспомнил кота своего дипломата.